Добрый вечер, дорогие друзья. С вами фирма Ножияр. Сегодня у нас 11 сентября, 10 вечера. Завтра мы с утра выезжаем в город-герой Краснодар на выставку «Клинок на Кубани». И, собственно, вот что по новинкам мы приготовили на эту выставку. Идея такая была, да, то есть что-то супер резное мы не готовили, потому что первое — это заказы, а второе — то, что вот в Краснодаре люди берут больше выжигания, то есть что попроще, что, скажем так, подешевле. Ну, давай покажем, вот, что у нас есть, а уже люди пусть сами выбирают и думают. Первое. Начали мы работать вот с такой замечательной бумажными картой. Да, то есть это вот, скажем так, мы давно это уже анонсировали, говорили, что мы с ней будем работать. Очень сложный материал, но в то же время очень интересный, очень приятный по текстуре. Для чего мы это сделали? Нас давно просили делать какие-то EDC-шники, но вот в нашем стиле. Рок не всегда подходит на EDC, скажем так, да, то есть, да и не всем он нравится, да, то есть тут... А вот микарту, вот выбирал я, выбирал и выбрал такую. Вот людям вроде тоже она заходит. Здесь у меня хадвин от CMF, травление по клинку. И в данном случае это скрим. Вот такой вот. Ну, то есть здесь у нас березки. Ну, собственно, на чехле тоже березки. Так это выглядит. Ну, вот такой вот интересный ножик. Это Гурон второй у нас. Сама микарта вот по тактильности очень приятная. Все это мы везем в Краснодар, так что, кто, ребята из Краснодара, приходите. Ну и, естественно, все это можно заказывать по интернету. Таких ножей два. Единственное, что здесь ручка потемнее, а здесь ручка посветлее, собственно говоря. Вот. Сделали немножко посветлее ее. Тоже хадвин от CMF, вот это микарта. И скримка. Микарту я беру у Бурлакса. Ильюха, привет. То есть основную всю микарту на какие-то свои дорогие ножи, да, на цельнометаллические, я беру у Ильи. Далее тоже продолжаем. Вот такой у нас вариант с этой же микартой. Тоже H12 МФ. Это микарта. Вот. Кстати, по ценам, да, то есть вот эти два ножа по 19, а вот этот нож 17. То есть, если уж мы и думали, то есть мы всегда об этом говорили, если мы и будем делать скримку, то точно не на роге. Вот. А хотелось на чем-то другом ее делать и делать что-то необычное. Вот такие вот EDC-шнички. Вот такой Вилли тоже. Техновилле. Вот. H12MF. Это микарта. То есть 19, 19, 17, 17, 17 тоже. Такой вот он. Немножко штихелями поработали по микарте. Опять же, она дает интересный эффект. Какой-то, вот, знаете, даже чуть-чуть кандовости какой-то дает. Вот здесь вот немножечко даже расплывается, но смотрится очень круто. Материал очень долго подбирали, пробовали разное. Остановились на ней, потому что очень нравится текстура. Хотя и сложная она очень в обработке. Вот. И в то же время, как на нее ложится все-таки... краска. Здесь у нас неолокс, да, и вот такой вот сюжет интересный. А сюжеты все разные, то есть тут вот на вкус и цвет. Сейчас пока экспериментируем с однотонными красками, потом уже можно будет делать, естественно, что-то и разноцветное. Вот такой, кстати, с неолоксом 20. И вот такой же Вилли.
Ну, тоже 17 тысяч. Всего у нас таких сейчас на данный момент 7 ножей. Х12 МФ они с травлением, а неолокс, естественно, без травления в данном случае сделали. Чехлы все сделаны по тему, да, то есть хорошие DC-шники, но в нашем стиле. Собственно говоря, вот это та новинка, которую мы везем в Краснодар. Ну и вообще показываем всем. Материала у нас такого достаточно много. Мы продолжаем с ним работать. И скоро еще будут ножи в такой же, только черной микарте. Так, движемся дальше. Что у нас еще? Опять же, ну, естественно, наша любимая троллинная серия. Х12 МФ, карельская береза, стабилизированный лосиный рог. И вот такой тролль. С одной стороны он общается с феей. С одной стороны он общается с феей. С другой стороны вот так вот стоит. Ну, естественно, этот же тролль сделан на чехле. Покажи поближе к чехольчику. Да, все это выдавлен на сырую. Такой 21. Это у нас не алокс, завтра поставим. Забыл я поставить клеймо. Вот. Такая вот стена щитов. И вот такой вот чехольчик. Здесь у нас вендель. Да, и здесь тоже в этом же стиле люди войны сделаны. Вот. Такой 17. Ну, люди просят гуманизированных зверей разных. То есть мы достаточно часто эту тему берем. И все время, как бы, вы ее встречаете с теплотой. В данном случае у нас жабки. Такие лягушечки. Да, с одной стороны лягушка-варвар. С другой стороны вот такая лягушка-лучник. И такой же, такая же лягуха у нас изображена по чехлу. Сталь Х12 МФ, лосиный рог, выжигание, естественно, и карельская береза. Такой стоит 15. Кстати, будет еще несколько хуманизированных зверей. Сейчас тоже будем показывать. Давай сразу покажем их. То есть вот такой вот, посмотрите, чехольчик. Ну и кто у нас здесь? Это коты-самураи. Котики против крысок. Вот такие котики. И вот такой замечательный чехол у нас получился. Растишка тоже, естественно. Это все нарисовано вручную акриловыми красками. То есть это не какой-то там принт где-то как-то сделанный, да, то есть, а именно все сделано вручную. Ну, вот такой вот чехольчик. 15, 15. Ну и третьи звери. Ну, то есть... Здесь оставили, кстати, пустым. Просто очень красивая фактурная кожа получилась. Не стали мы ее трогать. Здесь у нас мыши. Ксюш, видно? Такие мышатины. Здесь у нас мышь-варвар тоже с топором. Стабилизированный ясень. Лосиный рог, латунь. И железка это не алокс. Такой 17. Двигаемся дальше. Вот такие вот рыбки. Просто небольшой ножичек. Такое дизайнерское решение. Рыбки. 95Х18. Микарта. Вот, вот такой замечательный чехол. Такой стоит 11 тысяч ножичек. Хороший, удобный, небольшой ножик. Вот таким вот чехольчиком. Так. Тоже одна, как бы, то, что у нас люди очень любят. Мы продолжаем нашу фиолетовую серию. Так мы ее называем.
Вот, кто-то ее называет чернильной серией. Вот, это фи. Вот такие вот фи. Тоже не алоэ, стабилизированный ясень. Вот такие вот прекрасные феи. Такой стоит 24 тысячи. Немножко Венделя, люди войны. Одно же это моделька Вяхерь. Здесь у нас стабилизированный дуб 95Х18. Ну и вот такое выжигание по рогу идет. Такой волк. И вот такие ребята. С мечами, топорами и копьями. Такой 9,5. Вот такие малыши, да, в разных цветах. Тут как бы немножко резьбы, колеровки и выжигания. Так, обклеван стабилизированный ход 12 см. Такой чехол, такой ножичек. Такой стоит 11. Тоже 11. Здесь у нас такая замечательная птица. Микарта, лосиный рог, G10 в больстере и 95Х18 на клинке. Так, из интересного еще Неолокс. Опять же, Илья Бурлакс. Это замечательный материал. Это сильвер карбон. Такой вот цветной. И вот такие ножны. Небольшой, компактный, удобный, красивый ножичек. Такой 17. Здесь у нас немножко огненных элементалей. Это резьба с колеровкой. То есть здесь не выжигание, а именно резьба идет. Тоже в данном случае Микарта. 95Х18 и лосиный рог. Видно, да, Ксюш, все? Такой стоит у нас 15 тысяч. В этот раз мы малышей сделали чуть побольше, потому что тоже на них всегда как бы люди просят таких вот ножичков. Мини-канадец. Да, то есть белочки, дубочки. И вот такой же чехольчик. Белочки, дубочки. 95Х18, Микарта, лосиный рог, G10. Ну и кожа, это ножна растишка. В основном здесь, в большинстве своем, это растишка. То есть, опять же, мы заморочились с ножными очень сильно, как вы видите. Здесь вот представлено это все сшито вручную. Да, то есть, тут видно, наверное, что труда много уложено. И в ножны, да, естественно, как бы в сами ножи. Вот отличный ножик, тоже Вяхерь. В данном случае резьба и выжигание. Вот такие вот кони. Эти же кони у нас здесь на чехле. Сочетание зеленых, да, то есть коричневых цветов. Как бы и по ручке то же самое. Х12МФ, латунь, карельская береза стабилизированная, лосиный рог и резьба по рогу. Такой стоит 13 тысяч. Снова малыш, это петроглифы. В данном случае вот такой маленький вяхерь. Вот он с таким петроглифом, это дракар. Состаренная кожа. Здесь, кстати, тоже эффект состаренной кожи сделали посередине. Такой потертый. Х12МФ, такой 11. Немного дизайна.
То есть такие рыбки. Ну, здесь у нас Дамаск. ХВГУ-10А и ШХ-15. Покажи, какой миленький Дамаск интересный получился. Карельская береза. Ну, и вот такое же выжигание. Вот так давай. $11 000. Ну и вот такой опять же вехрь. Очень интересный получился. Сам по себе клинок. Здесь у нас моренный дуб. Залит акрилом, он светится. Здесь у нас также, кстати, светятся вот эти полумесяцы. Здесь у нас тема тоже скандинавская. Вороны Одина держат. Глаз Одина, да, здесь вот такой вот череп. Ну и то же самое идет по чехлу. Опять же идет в данном случае по клинку работа, да, то есть это кислота. Кислотой все сделано, отравление. Вот. Такой стоит 15. Ну, такие, скажем так, несколько есть техно-хауки, да, то есть, ну, начнем, наверное, с этих, да, вот, опять же, такой замечательный нож, это не Алокс, джутовая Микарта Ильюхина, вот, такой 15, отличный, красивый ножик, вот, с такими ножными интересными, такой гурончик, и тоже гурончик, только, как бы, классический. Да, в такой микарте, тоже не Алокс, и вот такие ножны, тоже 15. Техно-хауки, да, у нас вот такие, тоже не Алокс, он 16. Это все микарта Ильи Гурлакса. Это уже подороже, тут интересно идет работа в стиле колевала по чехлу, и выжигание, и колеровка. Ну и сам чехол тоже, естественно, тростишка, формованные ножны, и вот такой вот интересный сам ножичек. Их таких два, вот этот первый и второй. Такой вот. Они по 19. Ну и наши тоже стандартные модельки. Мы достаточно часто их повторяем. Это тоже хауки. Травление по клинку. Х12 МФ. В данном случае как бы карельская береза. Да, то есть первый сорт. И второй вариант. Вот такой вот. Ясентама, тоже Х12 МФ, травление. И вот такие ножны интересные. Они по 10 500. Есть, собственно говоря, это еще не все. Есть вещи, которые мы уже показывали в прошлых видео. Их немного, но они тоже есть. Но вот это именно новинки. Так что смотрите. Цены все будут в описании. Цены я тоже как бы и сказал вам. Из интересного, да, то есть из нового, это вот Микарта бумажная, вот эта вот. Ну, то есть Айвори. Ну и, собственно говоря, все остальное вам тоже, наверное, я рассказал, объяснил, показал. Завтра мы выезжаем уже на клинок. Так что, по сути, будет день. Если что-то кому-то понравилось, и если кто-то хочет что-то заказать. Вот. Всем спасибо. До новых встреч.